gol. Боже, МакКуин вышел из гонки! Он вырулил! Тачки. Прямо сейчас. Салаты «Белая дача» с Анной, Эльзой и Олафом на упаковке. Сочные, хрустящие и вкусные салатные миксы для всей семьи. В каждой упаковке промокод на 14 дней подписки «Оптимум» в онлайн-кинотеатре «Окко». Все, газую. Скорость. Я скорость. Один победитель, 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Завтрак? Да, подкрепиться не помешало бы. Нет-нет-нет, сосредоточиться. Скорость. Быстрее быстрого, скорее скорого. Я молния. Эй, молния, готов? О, да! МакКуин готов! Дисней представляет фильм Pixar Animation Studios. Тачки. Продолжается гонка Динека 400. Я Боб Катлас, а со мной мой старый друг Даррелл Картри. Пошла вторая половина столь важного в истории гонок дня. Ох, давление масла зашкаливает. Еще чуть больше разволнуюсь, и придется буксировать из будки. Не то слово, Даррелл. Три участника делят лидерство по очкам на день финальной гонки сезона. И победитель этого заезда заберет чемпионский титул сезона и кубок большого поршня. Победит ли Кинг, он же чип-тюнинг, перед тем, как уйти из большого спорта? Он столько лет был звездой Динека. Выиграет ли он свой последний кубок большого поршня? И, как обычно, следующий Чико Хиггс. Сколько его помню, он все дышит Кингу в задний бампер. Да, Чико думал, что это будет его год. Наконец-то шанс выйти из тени Кинга. И вдруг неожиданность по имени... Молния МакКуин! Знаешь, мне кажется, это был сюрприз для всех. Безвестный новичок начал сезон серой лошадкой, но теперь его знает каждый. Станет ли он первым новичком, выигравшим кубок поршни и спонсорство Динека? Легенда, претендент и новичок. Три машины, один чемпион.
дождешься!